Всем привет, ребята! Сегодня мы играем с вами в очень популярную игру Among Us. Почему очень популярную? Если мне не изменяет память, то на сегодняшний день, 21 октября 2020 года, она на первом месте в Play Market. Так, мы с вами начинаем. Это что такое? Ладно, не суть важно. Начинаем. Найти игру. Так, заходим сюда. И стоим. Так, перезарядка убийства 10 секунд. Кстати, кто не знает эту игру, то можете зайти в Play Market и название я напишу под видео. Копируйте это название или переписывайте себе на листочек куда-нибудь, как вам удобнее. Заходите в Play Market и вставляете это название или вписываете. Так. У кого что-то и нет, что просто у нас дабл килл был. Он. Ладно. Скорее заходим. Так, сейчас просто напишу. Ну. Так, что-то у меня не хочет убить сейчас клавиатуру. Ну, в принципе, да ладно. Давайте еще раз попробуем. Окей. Отправляем. Отлично. Начинаем. И кто я, кто я, кто я? Да, ребята, я предатель. Я предатель, ребята. Памс. И вентиляцию быстренько. Так, кого тут можно закилить-то? Ладно, давайте тут пока что вылезем. Вентиляцию быстренько. Так, сейчас сюда. Будем гонять по вентиляциям. Так, ребята, мы закилили. Походу, тут играет очень много людей, поэтому нас выгнали. Ладно, зайдем сюда, попробуем. Кстати, ребята, такое бывает. Если у вас такое было в этой игре, пишите в комментариях. Далее с обзора. Так. Скорость игрока. Нормально. 10 секунд. Так. Так, надеюсь, сейчас будут заходить люди сюда. Ну, а если не будут, просто пишем вот так. Не понял. О, начинаем. Отлично. Один предатель. И кто я такой? Ребята, слушайте. Это что, Wi-Fi нет? Да, ребят, смотрите, у меня Wi-Fi нет. Теперь понятно. Ну, в принципе, ладно. Короче, ребята, моя цель была познакомить вас с игрой. С игрой я познакомил, устанавливайте. А те, кто в нее играют, пишите в комментариях. Всем пока!